Друзья, коротко о том, как мы собираем подсолнухи. Машина груженная. Уже насобрали, сам процесс мы не снимали. Значит, полный прицеп, багажник, салон. Значит, если будет время, расскажу об этом попозже. Сейчас выдвигаемся домой. Все, пока. Друзья, я обещал показать всем подсолнух, как выбивается или что получается вообще. Значит, смотрите, вот подсолнух. Это он в бурт засыпанный. Плохо видно, неудобно показывать. Понакидано всякие вещи. Значит, это уже половина. Друзья, вот что получается. Вот что получается, значит, я показывал, как собирать подсолнух, вот теперь мы так бьем его. Ночью можно, в принципе, на попу, но лишь бы куда. Палочками, палочками, может что-то другой способ. Значит, из него получается, из такого вот мешка огромного, это таймовская упаковка. Здесь три обычных. Значит, из 5-6 мешков получается мешок битых семечек. Так что вот так. А мешок битых, значит, если сухие, если не резали на поле, то будет, значит, 30 килограмм. 100 килограмм у нас меняют на 20 килограмм олии. Масло подсолнечное. Получается где-то 25 литров. Вот так. Добываем себе олею. Все. Всем удачи. Пока-пока.